экологически чистый продукт, сахарность это большая здесь. Самая лучшая сельхозпродукция теперь для москвичей. Предприниматель Нурлан Куралов собрал 25 тонн винограда со своих полей. Щедрыми природными богатствами дзихканин спешит поделиться с соседней республикой. Аграрий уверен, что продукты местного производства обязательно придутся по вкусу москвичам. Я думаю, наша продукция будет иметь хороший спрос, потому что у нас экологически чистый продукт. Сахарность очень большая, вкусовое качество. Поэтому мы думаем, будем завоевывать рынок Москвы. В этом году дзихкани впервые направят свою продукцию на ярмарку в Москву. Местные предприниматели снабдили караван дынями, виноградом и колбасными изделиями. 300 тонн разнообразной южной продукции выставят на московской ярмарке, которая пройдет с 15 по 18 сентября. Для них, они сами тоже подтверждают, это хорошая возможность для реализации своих товаров. До этого времени у них не было прямого доступа к рынку Москвы, потому что, вы знаете, много барьеров, соответственно, продавали подешевле, то есть перекупщикам. Теперь у них есть возможность напрямую ежемесячно на этой ярмарке продавать свои товары. Прямо с площади, груженные продуктами и машины отправились в дальнюю дорогу, чтобы положить начало долгосрочным торговым взаимоотношениям. Шанат Тохтарбай, Эльдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».